Храм Богородицы и остров Градосвияжска зазвучал голосами 150 хористов. В воскресенье на фестивале «Музыка веры» возможности своих голосов показали 6 коллективов со всей России. Акапеллы исполнили произведения Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова и других знаменитых композиторов. В завершении зрители услышали сочинение «Хвалите Господа с небес» в исполнении сводного хора под руководством московского дирижера Бориса Тараканова. В музыкальную атмосферу окунулась и Елизавета Саляхова. И на сцене, и в храме, и даже на улице Екатерина Житарь готова исполнять духовную музыку. Она идет от сердца, признается московская оперная певица. Обладательница меццо-сопрано, одного из редких голосов и сложнейших по постановке, впервые в Татарстане. Я мечтала побывать в Казани, моя мечта сбылась. И сегодня я особое чувство испытывала, когда исполняла Синыни. И, наверное, вот эта вот моя любовь к вашему, вот к вашей земле, передалась через сердце в голос. В воскресенье отреставрированный недавно храм Богородицы остров Градосвияжска зазвучал голосами 150 хористов. Пятый международный фестиваль «Музыка веры» собрал 6 коллективов со всей России. Зрители услышали акапельное исполнение произведений Павла Чайковского, Сергея Рахманинова и других знаменитых композиторов. Многие хоры, которые сегодня у нас выступали, они не профессиональные хоры, это любительские хоры, но их звучание, их качество исполнения, оно на очень достойном, высоком уровне. В завершении зрителей ждал сюрприз. Сочинение Павла Чеснокова «Хвалите Господа с небес» исполнил сводный хор. Сегодня было первое сведение, и уже при первом сведении было понятно, что это будет здорово. Потому что здесь талант этих людей, положенный на их трудолюбие, ну и на такой здоровый авантюризм, который позволяет действительно творить чудеса. Уникальная мелодия рождается благодаря архитектурным особенностям храма. Эхо подхватывает звук и отправляет в полет по сводам, а здесь их десятки, если не сотни. Тем самым делая мелодию более наполненной и даже порой осязаемой. Зрители слушали музыку с замиранием. После окончания концерта еще долго находились под впечатлением от духовной силы музыки. Музыка веры звучала, ну, в каждой ноте, до слез. Это второй концерт духовной музыки в рамках международного фестиваля. Первый прошел в Болгарах. Завершится шествие музыки веры по татарстанской земле 17 июня на Пушечном дворе Казанского Кремля. Мессу мира исполнит сводный хор под аккомпанемент сводного оркестра. Елизавета Саляхова, Наиль Абдуллин, «Столица».